Всем приветики. Купил себе такую вот штуку. Где фокус? Вот он фокус. В общем, это такой типа брелок на ключи. Ты с ним ходишь. Но он такой маленький, ну где-то вот он. На пол пальца. Ну, как мизинчик, в общем. И у него как бы две кнопочки. Здесь есть лазер и фонарик. То есть, что у нас тут написано? Laser radiation avoid. Ну, в общем, как обычно, лазер. Максимальная длина 5 метров. 5 мВт, милливатт, что такое. Длина 650 нанометров. Класс 3А, лазер. В общем, это лазер, им, естественно, лучше в глаза не светить. Ну, в общем, я взял такая штука, как... Ну, оно удобно. Получается, вот оно. Это фонарик. Кстати, так прикольно, такой отблеск идет в камеру. Такой прям как вот... Как солнце, такой вот в играх, когда играешь. Такой вот прям отблеск идет. Прикольно. Ну и лазер. Не знаю, повредит ли лазер камеру. Нет. Воу. А сейчас лазер сломает мою камеру. Это будет жестко. Ну, в общем, как он светит? Фонарик вот так, он слабенько светит, правда. Ну и лазер вот так вот светит. Вообще удобненько. Ты, у тебя на ключах всегда и фонарик есть. То есть ты в любой момент можешь подсветить себе что-то. И плюс лазера я брал, хочу попробовать с кошкой поиграться. Вот. Да и вообще, так даже как указка можно где-нибудь кому-нибудь указать. Типа, видишь, что это такое? Вот, какая-то точка черная. И сразу, ну, то есть реально как указка. Хочешь кому-то показать что-то вдалеке раз, и лазером показал. Сейчас выключу свет, чтобы в темноте это более лучше видно было. Итак, вот он лазер. Сейчас мы выключим свет, оно уже как-то немножко по-другому стало. Ну, так довольно-таки нормально. Освещает, правда, свет у него какой-то такой немножко, как бы так сказать, ну такой бело-темно-белый, какой-то такой, даже синевой какой-то отдает. Такая вот реально какая-то синева. Он как бы белый, но как-то такой белый, но с какой-то такой, то ли фиолетовый, то ли синий, ну, то есть какой-то такой. Белый с оттенком какого-то слабо-синего такого вот. Ну, на камере она выглядит как синий, но на самом деле он белый с такой немножко фиолетовинкой. Вот. Ну и вот лазер. Вообще прикольно как бы. То есть такое вот. Прикольно на самом деле. Воу. Да уж. Это, конечно же, такая вот штучка. Ну, в общем, прикольно. Так вот. Две такие кнопочки, две лампочки, одна фонарик, другая лазер. И, в общем, удобно. Можно так и на ключ всегда с собой носить, и что подсветить, что указать. Ну, еще хочу попробовать с кошкой поиграть. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.